Специальное предложение только сегодняшнего дня. Умопомрачительные брюки, а это ваши стройные ножки под названием «Луиза» всего за 999 рублей. Уникальное предложение. У нас ограниченное количество, а качество идеальное. Ну что ж, сразу хочется сказать, я надела брюки на себя и постройнела. Очень важно для многих женщин ощущать себя действительно стройными и подтянутыми. Мне нравится, как я чувствую себя удобно в этих брючках. Говоря о сезонности, Оля, хочется сразу заметить, что наши брюки Луиза из плотного трикотажа с добавлением пан. Пан – это считается альтернатива шерсти, поэтому такие брючки, зауженные к низу, не только меня стройнят, но еще и согревают, и их можно носить 3 сезона – осень, зима и весна. То есть это универсальное сезонное предложение, а еще оно трикотажное. Обо всем подробно, но пока размеры. От 50 до 60 и цвета 4 цвета на выбор. Я выбираю классический черный, но для тех женщин, кто неравнодушен к оттенкам осени, именно бордо, он актуален в этом сезоне, выбирают бордо. Ну и, конечно же, зеленый цвет. И знаешь, Оль, его сходство с дорогим камнем сапфир делает эти брюки невероятно стильными, модными. Так же, как и синие брюки. Цвет оттенка сапфира. Обратите внимание сейчас на нашу модель Татьяну. Таня выбирает для себя комплект Лучиано, мои любимые сиреневые ноты и брюки Луиза. Да, забирайте сразу комплект Лучиано с брюками Луиза. Это готовое решение. И сегодня все по 999 рублей. Свет, по поводу брюк. Брюки сидят шикарно. Посоветуй, как выбирать размер? Для женщин, у кого широкие бедра, я бы все-таки посоветовала взять на размер больше. Вот у меня 52 по бедрам, я взяла себе 54. У Танюши тоже 52, на ней брючки 54 размера. А у Тани Бабушки Буровой 52 размер. А Танечка выбирает для себя размер в размер. Брючки сидят безупречно. Знаешь, в чем секрет идеальной посадки? Я знаю, что многие женщины сталкиваются с такой проблемой, когда брюки не застегиваются в области талии. Да, еще когда пояс жесткий. Конечно, им приходится отказываться от брюк. А сезон прохлады без брюк просто не обойтись. Поэтому бренд Prestige Style дарит возможность нашим женщинам выбрать не только идеальную фигуру для себя, но еще и комфорт. Смотри, Оля, за счет эластичной ленты, а ты видишь, какая она широкая? Высокая да, такая. Да, ее высота 7-8 сантиметров. Это как корсет. Он действительно утягивает и подтягивает формы. Мне нравится, что трикотаж в данном случае хорошо тянется. Он эластичный. Значит, он подстроится под все особенности. А значит, вы получите идеальные формы, девочки! Есть брюки, которые стройнят, есть брюки, которые подпирают животик, бока и моделируют фигуру. Всего 999 рублей цена брюк. Возьмите сразу 2-3 цвета. Эти брюки будут вашим спасением. Сделать свой первый заказ очень легко. Набирайте наш бесплатный многоканальный номер телефона, и даже с мобильного не снимается ни копейки. Но спешите! Ограниченное количество и самая низкая цена – действует только сегодня, пока есть в наличии все размеры и цвета. Подарите себе стройные ножки. Ваши ножки заметят все. Ваши подружки вас замучают расспросами, на какой диете ты сидела. А простой рецепт – это брюки Луиза. Но ты знаешь, Оля, очень часто, выбирая брюки, которые подтягивают формы, женщины замечают, что соединительные швы расползаются. Вот-вот. Вот здесь очень главный секрет еще в правильной конструкции. Давайте посмотрим на заднюю часть наших брюк. Во-первых, то, что здесь кокетка, мы видим, это тоже дополнение к вашей стройности. Все швы здесь двойные. Здесь идет наслоение ткани друг на друга. И именно две брючины соединяются правильно. Это говорит о том, что никаких конфузных ситуаций при надевании модели не будет. Еще раз хочу продемонстрировать, как наша ткань тянется. Это средняя плотность трикотажного полотна с добавлением вискозы, лайкры и пана. Пан – это заменитель шерсти, и вам будет очень тепло. Обращаю ваше внимание, что синего цвета сейчас брюки на нашей модели Татьяне, она сочетает вместе с двойкой. Двойка у нас тоже стоит 999 рублей. Лучиано. Этот цвет фиолетовый, лиловый. Ну, а еще хотел, Свет, тебя вот о чем спросить. У нас трикотаж. Да. Ну, ты знаешь, он такой вот
не блестящий. Это как играет на нашу стройность? Ну, я хочу сказать, что вообще трикотаж, когда он матовый, он еще лучше стройнет. Матовый трикотаж женщины обожают еще и потому, что на нем никаких зацепок не будет видно. И во время носки он не будет блестеть, как это часто бывает с глянцевыми материалами. Сам по себе трикотаж очень прочный. И я хочу сказать, что мне очень комфортно в такой ткани. Напомню, что мы можем носить такие брюки 3 сезона – осень, зима и весна. И преимущество, Оля, трикотажа, конечно же, в том, что он не стягивает, он не доставляет дискомфорта, подстраивается под наши формы. Можно носить с укороченными куртками, с дубленками, с шубками. И вместо широких брючин такие брюки мы можем носить с укороченными угами, ботинками и сапогами. Итак, внимание, внимание, забирайте, сэкономив 900 рублей. По сути, вы на эту скидку можете взять еще одну пару брюк. Возьмите, у нас есть черные, есть у нас зеленые, есть синие, есть цвет бордо. Какой цвет вам понравился? Берите две пары. Я вам серьезно говорю, ведь такой цены больше на брюки не будет. Возьмите для себя и для дочки, иначе она у вас их просто отберет. Звоночки все бесплатные, возьмите на размер больше брюки, и будет идеальная посадка. Сделать заказ очень легко, но спешите, на линии уже ажиотаж. Сегодня весь день все по 999 рублей для вас, наши любимые телезрители. Я недавно заходила в магазин и посмотрела, что сезонные колготы стоят 1200, колготки с утеплителем. Здесь мы видим брюки, которые можем носить как с кардиганами, с пиджаками, с туниками, с джемпером. То есть у нас масса возможностей, как можно разнообразить свой гардероб. И еще огромный плюс. Все-таки брюки, перекочевав из мужского гардероба, плотно обосновались в нашем женском. И эти брюки стройнят, а это очень важно для наших модниц, особенно с богатыми формами. О, идеально! У нас размеры есть от 50-го. Помните, берем на размер больше. Так что если вы носите 48-й или ваша дочка, возьмите ей 50-й. Свет, напомни, пожалуйста, какая здесь посадка этого? Вопрос волнует всех женщин. А здесь высокая посадка, и Танечка нам сейчас покажет. Танюша, приподними слегка тунику. Мне вообще нравится, что наши девочки все постройнели. Брюки невероятно стройнят и удлиняют ножки. Смотрите, мы сейчас посмотрим на высоту. Танечка демонстрирует, что высокая посадка убирает излишки животика, подбирает боковые зоны, подтягивает ягодицы. И я себя чувствую в этих брючках, Луиза, так, как будто, Оля, я месяц сидела на диете и ходила в спортзал. Но ведь такое ведь и действительно создается эффект. Все стройные, все красавицы. А наши девочки носят 50-й, 52-й размер. А вы хотите быть стройной? Сделайте свой заказ прямо сейчас. Это брюки Луиза. Черный цвет на Светлане, синий цвет на Танечке-блондинке, бордо на Танечке-брюнетке. Есть еще и зеленый цвет. Успевайте дозвониться. Не бросайте эту затею, потому что у нас на линии ажиотаж. Чуточку терпения. Ну и, конечно, вы будете вознаграждены. Стройные ножки вам гарантированы. А еще, Оленька, мне нравится, что наша лайкра, которая находится в составе полотна, не позволяет брюкам потерять свою форму. Вот для меня, как для женщины, это очень важно, чтобы колени не вытягивались. И помните, что если в материале есть лайкра, то трикотажное полотно легко стирается дома, без всяких добавок. Вы можете просто добавить порошок для цветного белья, и после стирки брюки не требуется глажка. Успевайте дозвониться, ваши брючки едут к вам, ваши ножки стройные будут, и это идеально.